Сегодня Пинский автобусный парк обладает серьезным потенциалом для выполнения международных перевозок. Этот потенциал складывается сегодня из квалифицированного специально обученного персонала, из опытных водителей, а также высокого технического уровня подвижного состава. Наличие этого потенциала позволяет нам сегодня позиционировать себя как перевозчика, занимающего лидирующее положение на рынке этих услуг в Брестской области. Уже хорошо зарекомендовали и пользуются большой популярностью регулярные маршруты в Москву, Вильнюс, Санкт-Петербург, Белосток. На сегодняшний день я назову одну цифру, которая характеризует вот этот накопленный опыт и сегодняшний объем перевозок на международном направлении. Ежемесячная выручка по данным услугам у нас составляет порядка 1,5 миллиарда белорусских рублей. Сегодня мы имеем опыт перевозки пассажиров по регулярным маршрутам в сопредельные государства, такие как Российская Федерация, Украина, Республика Польша, Литва. Пинский автобусный парк всегда учитывает пожелания пассажиров и максимально повышает качество услуг. К новому сезону предприятие порадовало новинками. Открыты 2 новых маршрута, которые обязательно будут востребованы жителями региона. Первый маршрут – это маршрут, который свяжет город Пинск и столицу Республики Польша, город Варшава. Он будет проходить через города Кобрин, Брест и Тересполь. Хочу заострить внимание пассажиров на том, что это именно регулярный маршрут, который будет без очереди проходить через государственную границу. Также хочу сказать, что совсем недавно в Пинске открылся визовый центр, который оказывает визовую поддержку нашим горожанам для пересечения государственной границы в Шенгенскую зону. Второй маршрут стал полноценной альтернативой уже хорошо известному маршруту на Черноморское побережье, город Евпаторию, который был закрыт по вполне понятным объективным причинам. Мы в этом году предлагаем пассажирам съездить вместе с автобусным парком на отдых на Черноморское побережье в Одесскую область. Конкретно мы везем в город поселок городского типа Затока. Стоимость проезда в автобусе регулярного маршрута Пинск-Варшава максимально демократичная. Расписание движения автобусов сформировано для удобства пассажиров разных категорий. Сегодня мы предлагаем пассажирам совершить поездку в Варшаву не только с целью закупок и шоп-туров, а мы предлагаем также по желанию пассажиров заезд на аэропорт имени Шопена. Удобное время отправления и из города Пинска, так и из города Варшавы. Вот. И надеемся, что совершенно разными целями будут пассажиры использовать этот маршрут. Для обслуживания международных направлений автобусный парк располагает широкой линейкой подвижного состава туристического класса. Это импортные автобусы «Неоплан», «МАН», «Скания» и автобусы повышенной комфортности Минского автобусного парка. Главным для такого солидного перевозчика, как Пинский автобусный парк, остаются безопасность и комфорт пассажиров. Ежегодно страхуем нашего пассажира и на сегодняшний день вопросы безопасности перевозок стоят на самом первом плане у нас в автобусном парке. Для этого создана специальная служба. Для этого мы сегодня имеем серьезную ремонтную зону, где занимаемся обслуживанием подвижного состава. И сегодня уровень технического состояния очень высокий наших автобусов. Для того, чтобы пассажир чувствовал себя комфортно в поездке, у нас установлено дополнительное оборудование в салонах автобусов. Например, такое, как работа биотуалета. У нас сегодня присутствует бесплатный доступ к интернету. Сегодня в салонах наших автобусов можно подзарядить имеющиеся гаджеты у пассажиров от сети 220 вольт. Сегодня у нас в автобусах работает микроволновая печь, а также в наличии кипяток для питания.
Выбирая один из международных маршрутов Пинского автобусного парка, человек может быть уверен в надежности и ответственности всего персонала предприятия. Мы сегодня гарантируем, что наши водители прошли медицинское освидетельствование, и они отдохнули в рамках существующего законодательства в области рабочего времени и времени отдыха. И они подготовлены для этой поездки. Водительский состав у нас очень квалифицированный, и они знают, как себя вести для того, чтобы и что нужно делать для того, чтобы вовремя отправиться и вовремя доставить пассажиров в пункт назначения.